Промоутерская компания Victory Team представляет. В чем причина смены тренера? Мы с моим тренером Олегом Анатольевичем Остроиловым не смогли найти общий язык, как бы у нас постоянно были какие-то недопонимания, и мы с моим промоутером Андреем Халаджаном решили сменить тренера сейчас на данном этапе. То есть ты сейчас вернулся к своему первому тренеру Кириллу Некрасову, который тебя сначала подготавливал по любителям по боксу и также к смешанным единоборствам и подтягивал твою функциональную подготовку. То есть сейчас ты выбрал его, и ну как вообще первые тренировки с ним? Тебя устраивают? Меня абсолютно все устраивает. Мы как бы с ним уже очень давно работаем, и всегда у нас вся работа с ним была четко, без каких-либо противоречий. Поэтому сейчас мы проводим с ним ОФП-сбор, больше качки, внимания, железу уделяем, пока не спаррингуем. Тем более недавно травма спины была. Сейчас восстанавливаемся. Мне все нравится, скоро начнем спарринговать. Уже известна дата твоего следующего боя. Это будет 25 февраля. Бой пройдет в Воронеже. И твой соперник – это Артем Брусов, воспитанник Тамбовского отделения промоутерской компании Victory Team. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, с Артемом у нас довольно теплые отношения. Мы с ним общаемся как друзья. Ну, как я уже и говорил, что почему два друга не могут подраться. Он хороший парень, хороший спортсмен, я его очень уважаю. Я думаю, мы с ним закатим классный бой 25 февраля здесь, в Воронеже.